Добрый день, уважаемые участники. Добрый день, доброе утро. Доброе утро. Я вижу, коллеги, кто здесь с нами. Всем прекрасного, доброго утра. Давайте поздороваемся. Давайте мы сегодня будем активно с вами общаться. Так, отлично, вижу. Доброе утро, да. У нас сегодня будет не очень много людей, но зато у нас будет с вами прекрасная возможность поработать и сделать много полезного от того, что вы будете сегодня слышать и видеть. Я уверен, что и мне очень хочется, чтобы то, что мы сегодня с вами услышим, то, что вы услышите, узнаете, вы смогли бы реально применить в своей практике. Поэтому это моя цель, чтобы сегодня у вас все было хорошо. Я буду задавать вам разные вопросы, и мы будем пользоваться чатом, и мне очень хочется, чтобы чатом вы пользовались как своим как бы инструментом, с которым мы будем с вами взаимодействовать. Я подготовил для вас маленькое сообщение, попробую, чтобы вы запастись вам, я желаю вам запастись чистыми листами, вот у меня они здесь приготовлены, разного рода фломастерами, ручками, все, что вам может быть полезным для того, чтобы мы могли с вами работать. Вода – это очень важный момент, стакан воды, который вам всегда понадобится, потому что впереди нас ждет примерно там 1,5-2 часа работы. Мы посмотрим, как мы будем двигаться по нашему направлению, по нашей работе. И еще мне очень-очень хочется, чтобы вы действительно сконцентрировались на этой мысли. Коль вы уже пришли на вебинар, давайте попробуем сделать так, чтобы это время, которое мы с вами проведем здесь вместе, оно принесло вам пользу. Мы познакомимся. Я постараюсь это излагать интересно, энергично, так, чтобы вы получили сегодня заряд бодрости и настроения. Поэтому давайте как раз и начнем с замера нашего настроения. Вот от 1 до 10. Какое у вас сегодня утром настроение? Давайте напишем в нашем чате. Это единственный канал нашей коммуникации. Будем двигаться. Екатерина, 6. Так, ясно. Еще у кого какой уровень настроения? Юлия, 7. Вот, пошел повышательный тренд. Юлия, 7. Так, еще. Кристина, 8. Артур, 10. Прекрасно, прекрасно. Чем дальше оценки, тем больше. Юлия, снова 6. Коллеги, вчера работал до 22, поэтому 7. Анатолий, да, бывает, ну, еще очень важно, да, понимать, что все-таки это работа. Правильно ли я понимаю, что большинство из вас работает удаленно, и у вас есть возможность в более-менее спокойном режиме, не в офисе смотреть? Поставьте, пожалуйста, плюсик, кто работает удаленно, и минус, кто сейчас находится в офисе. Мы будем много писать в чате, это единственный канал нашей коммуникации. Угу. Фактически большинство из нас в офисе находится, ничего себе. То есть у вас сейчас находится офис и работа, да. Я понимаю, что это не так просто в офисе смотреть вебинары для того, чтобы еще и развиваться. Владимир, да, вижу всем, прекрасно. Коллеги, и еще мне очень интересно, скажите, пожалуйста, а вот с каких регионов вы здесь находитесь? Это Москва, другие города. Давайте тоже с вами познакомимся. Я сейчас веду вещание из Москвы, но так как это интернет, в принципе, можно вести откуда угодно. Москва, Чебоксары, Мурманск. Привет, Рязань. Прекрасный Кремль у вас в Рязани. Киров не был никогда. Так, что у нас еще какие-то? Барнаул, Сити. Прекрасно. Сергей, отлично. Чебоксары, да, Алтайский край. Вот Алтай, говорит, очень красивая природа. Владимир, там очень красивые места, но тоже никогда еще не был. Поэтому у нас вся страна, часовые пояса разные. Я, кстати, сегодня лечу в Благовещенск. Поэтому там буду выступать со своими мастер-классами в рамках премии «Бизнес-успех». Поэтому если кто-то есть из Благовещенска, пожалуйста, коллеги, приходите, буду рад с вами пообщаться. Ну что, у кого оценки 8, 9, 10, 7 – это нормально. У кого 6, девушки, я помню, будем поднимать. И задача наша – максимально погрузиться в этот процесс, в который мы сегодня с вами будем идти. Итак, у нас сегодня с вами управление мотивацией и обсуждение эффективности. Это вебинар, который я для вас приготовил. Зачем мы здесь собрались? Кто я, кто вы? Как мы будем работать? Сейчас мы быстро все это обсудим. Принципы работы, которые я для себя исповедую и которыми я придерживаюсь. Все участники вебинара умны, способны и хотят поступать правильно. Все голоса ваши через чат должны быть услышаны.
Идеи каждого из вас могут быть добавить ценности для общего понимания нашей темы и группа, то есть все вместе мы сможем принять лучшее решение, чем один человек, если для этого нет каких-то ограничивающих результатов или каких-то ограничивающих критериев. Правила работы, которые я буду придерживаться, это точность времени, позитивный диалог, мы будем стараться поддерживать друг друга в нашем чате, не ругаться, а только говорить: молодец, там вот Юлия, вы прекрасные, Сергей, отличная идея. Даже если вдруг кому-то что-то не нравится, какие-то идеи из нас, они могут быть не очень релевантны для моего личного восприятия, но это не важно, ведь каждый из нас имеет право решить и сказать, что ему важно, потому что это его важное. Позитивный диалог, активные действия. Мы пишем постоянно в нашем чате. Это то, что мне поможет наблюдать, что мы с вами движемся. Уважаем говорящего. И я вас очень прошу, по возможности, отложить в сторону мобильные телефоны или сделать, или перевести их даже на авиарежим. Вот как я сейчас делаю, поставлю авиарежим для того, чтобы мне никто не беспокоил, чтобы мы могли точно с вами абсолютно четко, по возможности, эффективно поработать. Именно этим мы с вами и будем заниматься. Ну что ж, давайте проголосуем за правила. Кто согласен с такими правилами, ставьте один в наш чат, и мы будем постепенно ставить разные цифры для того, чтобы мы с вами могли двигаться дальше. Итак, единичка, кто согласен с нашими правилами, и движемся дальше. Катерина, спасибо. Артур, спасибо. Юлия, спасибо. Два слова, пока вы ставите единички, расскажу немного о себе. Меня зовут Роман Дусенко. Мне повезло, и я знаком с некоторыми из ваших коллег. Это Спартак Солонин, Светлана, с которой мы занимались в том числе малым бизнесом. Это несколько руководителей из розницы. Это в целом большая-большая семья банков, в которой мы двигались. Я тоже банкир, и 16 лет своей жизни, с 2001 по 2016 год, провел в банках, пришел на работу в банк Дальневосточного общества взаимного кредита, это бывший банк СБС Агро, и потом дальнейшая карьера склада следующим образом: в 2004-м я занимался объединением Росбанка и группы банков ВВК в области персонала, то есть мы присоединяли к Росбанку группу банков ВВК, это Центральный ВВК, Поволжская, Сибирская, Дальневосточная. Дальше я перешел, и тот Росбанк, кстати, который вы сейчас видите, это сделали нашими руками, потому что до этого Росбанк не был розничным банком. Дальше это был Инвестбербанк, когда задача была Инвестбербанка сделаться первым после фактически взлета российского стандарта, фактически первым таким крупным региональным банком по розничному кредитованию. И после этого он был продан в рамках нашей работы команде OTP, венгерская команда, я занимался процессами объединения, слияния, поглощения, вот эти важные моменты. И сегодня тот OTP-банк – это тот банк, который мы сделали в свое время в 2006-2007-2008 годах. Дальше мы приобрели свой собственный банк, я выбрал Кубаньбанк, и, к счастью, удалось его продать польскому холдингу Getin Holding, которая здесь в России была представлена Каркадо Лизинг. Мне удалось получить достаточно много образования, учился в американском университете, я проходил практику в банке Intesa и учился в московской бизнес-школе Сколково на Executive MBA. С 2004 года я занимаюсь образовательными проектами, коучингом, стратегическими сессиями, проведениями обучения, и вот сегодня у меня есть возможность пообщаться с вами. Кстати, очень большой проект мы делали с Надеей Черкасовым, Спартак Солониным в 2017 и 2018 годах, как раз вот еще до слияния ВТБ-24 и ВТБ, как раз вот мне удалось познакомиться с частью вашей команды, и мы сделали очень интересный проект. Рекомендую вам, Юлия, такая из нас есть возможность, подписаться на мой Инстаграм, там внизу есть ссылка, топ-линк, где можно записаться на консультацию, посмотреть, что я делаю. Это все, что получится у нас дальше. Ну что ж, вы со мной познакомились. С вами я познакомился, и теперь мы переходим непосредственно уже к предмету нашей работы. Ставьте цифру 2, если вы готовы двигаться дальше. Я буду постоянно вас спрашивать, чтобы вы отвлекались и ставили цифру в нашем чате. Будем двигаться по мере нашей скорости. Жду от вас цифру 2. Юлия, прекрасно, цифра 2. Отлично. Ждем от остальных. Чем выше активность, тем больше внимания. Даже если вы сейчас чем-то заняты, вы включаетесь в нашу работу. Сергей, Анатолий, всех вижу, ребята, все прекрасно. Ставим двоечки. Пока я вижу, что у нас 22, Артур. Да, видимо, да, отлично. Очень рад, что есть такая энергетика. Ну что ж, поехали. Цели и задачи.
Мои цели и задачи очень простые. Мои цели и задачи – помочь вам сформировать у вас навыки эффективного управления людьми и управления собой. Задачи, которые я ставлю – как управлять, как мы будем мотивировать, как оценивать работу людей, как их контролировать и как добиться от каждого высоких результатов. Это очень важные задачи. Мне бы хотелось еще дополнительно еще и дать, как вы проводите эффективно совещание, как вы будете давать обратную связь и что вы вообще будете делать с точки зрения визуального управления. Как я уже просил, у вас есть листочки. Эти листочки, которые вы будете записывать какие-то свои идеи, какие-то свои мысли, которые будут возникать у вас по ходу нашего вебинара. Итак, я бы хотел, чтобы вы сейчас попытались написать мои ожидания. И мои ожидания – это именно то, что вы ожидаете от нашего вебинара, что бы вы хотели, какие ваши цели и ожидания, что вы готовы и хотите получить. Пожалуйста, возьмите, уделите этому 30 секунд, продолжайте писать. Напишите на листочке, а я продолжу дальше, а вы будете пока формировать свои цели и задачи, и ожидания, а мы будем с вами двигаться дальше. Итак, что вы узнаете? Я надеюсь, что после вебинара вы сможете ответить, как же эффективно управлять людьми, как добиваться повышения эффективности и как выбрать необходимый стиль управления, мотивации и повышения компетенции ваших сотрудников. А в принципе, все то, о чем мы будем с вами сегодня говорить, можно объединить в такой, знаете, большой цикл. Презентации должно быть видно. Презентация должна быть видна. Так, коллеги, если у кого видно презентацию, давайте посмотрим, у всех ли видно. Поставьте, пожалуйста, плюсики, у кого видно. Если минус, у кого не видно. Юлия, вижу, что у вас что-то не видно. Давайте сейчас. Вот, Артур, видно. Юля, перезагрузитесь. Давайте так, если мы сразу сейчас этот вопрос решим. Видно, плюсики, отлично. Значит, у кого, если получается какая-то ситуация с не видно, пожалуйста, выйдите и загрузитесь снова, и у вас все будет хорошо. Итак, мы на это теперь больше не будем обращать внимания. Если вы вышли, загрузились, все у вас должно появиться. Итак, регулярные управленческие процедуры. Что это такое? Это когда вы точно знаете управленческие свои компетенции, вы умеете использовать управленческие процедуры, и вы можете и разделяете ценности тех людей, с которыми вы работаете и управляете. То есть я знаю, умею и могу. И это находится в моем багаже знаний, который позволяет мне быть эффективным. Сегодня я предлагаю вам обсудить несколько интересных вопросов. Я дам вам концепцию ситуационного управления, в которую ложатся все остальные концепции менеджмента. И это очень эффективно позволит вам быстро принимать нужные решения. Мы обсудим, как делать мотивацию, визуальное управление, операционную эффективность, как проводить эффективные совещания. Мы посмотрим, какая ситуация у вас в настоящий момент с совещанием, как давать обратную связь и что происходит с обратной связью сегодня. Итак, часть первая – ситуационное управление. Запаситесь терпением, мы примерно на эту часть потратим от 45 минут до 1 часа. Тема большая, но мы постараемся ее сжато, достаточно эффективно изложить, чтобы вы смогли двигаться вперед. Итак, часть первая – ситуационное управление. Давайте посмотрим, как мы будем работать. Я хочу, чтобы вы точно представляли, что параллельно со всем процессом обсуждения нашего материала я бы хотел, чтобы вы держали в голове эту схему. Это параллельные два движения. Это и сотрудник, и руководитель. Вот так мы идем двумя такими, знаете, двумя параллельными прямыми, потому что невозможно рассматривать одно от другое. Сотрудник, руководитель – это как две единицы одного целого. Выполняет сотрудник – реакция руководителя. Не выполняет сотрудник – другая реакция руководителя. Сотрудник развивается, руководитель управляет. Сотрудник получает управленческое воздействие и делает правильные движения. Итак, самое главное, что мы сегодня обсудим у сотрудника? Его уровень компетентности или ваш уровень компетентности по отношению к конкретной задаче. Дальше. Каким должен руководитель стилем управления взаимодействовать с сотрудником для того, чтобы повысить компетентность сотрудника в рамках этой конкретной задачи? И дальше. Второе, самое главное составляющее человека как сотрудника – это уровень его мотивации, самоотдачи и мотивированности. Вот что для меня важно, каким я хочу быть, как мне нужно себя развивать. И дальше, каким стилем руководства руководитель, вы как руководитель, сможете повысить уровень мотивации и самоотдачи сотрудника. Вот это два главных направления, которыми мы с вами будем сегодня двигаться, через уровень компетентности и через стиль руководства. Ну что ж, давайте поедем. Первое. Что же такое руководство?
Вот давайте пообсуждаем. Как вы думаете, что такое руководство? Как вот вам, как вы это кажете? Вот простой вопрос. Давайте попробуем в чате написать, какие у вас есть идеи. Что такое руководство? Мы будем с вами постоянно, я буду задавать вам вопросы, чтобы вы постоянно находились в контакте со мной, и мы двигались. Что такое руководство? Давайте дадим простое какое-то определение. Давайте подождем, посмотрим, кто у нас из коллег первый напишет. Еще, кстати, самому активному участнику сегодня, из тех, кто у нас будет активно работать в чате, я приготовил подарок. Может быть, даже если у нас будет несколько активных участников, я приготовлю, даже подарю несколько подарков. Итак, Екатерина Петрова. Наставление. Руководство – это наставление. Наставление и определение на какую-то там задачу. Окей, хорошо. Давайте посмотрим, какие есть еще варианты. Что же такое руководство, по мнению ваших коллег? Так, давайте подождем еще, какие у нас есть версии. Что мы можем там, что мы можем услышать от наших других? Обеспечение эффективности. Артур, да, прекрасно. У нас есть уже, получается, и наставление, и обеспечение эффективности. То есть руководитель должен своими действиями обеспечить эффективность решения задач, а наставление – это значит, он должен показать или направить движение сотрудников в то, как сотрудники должны работать. Контроль, мотивация, эффективность работы. Прекрасно, Анатолий. Давайте посмотрим, как я определяю руководство. Руководство – это администрирование, Юлия, прекрасно. Помощь сотрудникам по любым вопросам, защита. Вот, смотрите, какой важный момент. Мы еще и защищаем сотрудников, это очень важно. Кстати, большинство серьезных и важных руководителей, с которыми мне приходилось в жизни сталкиваться, они всегда отмечали защиту сотрудников. Так вот, руководство – это процесс. То есть мы постоянно находимся в процессе руководства. Он не заканчивается, можно говорить, что он начинается в понедельник и заканчивается в пятницу, но судя по тому, как Артур вчера до 22 работал, видимо, это не так легко установить эти границы. Итак, руководство – это процесс влияния руководителя на поведение людей, помогающий им вместе достичь индивидуальных и организационных целей. То есть мы в целом вкладываем и контроль, и эффективность работы, и администрирование, и помощь сотрудникам. Давайте посмотрим, а что могут добиваться хорошие руководители? Хорошие руководители могут помочь обеспечить людям достаточно высокие результаты. Они могут заинтересовать, увлечь задачей, выработать в сотруднике уверенность в достижении целей и поощрять действия, направленные на достижение своих целей. А вот какие бывают хорошие руководители? Давайте посмотрим. Вот мы, если возьмем критерий «хороший» и «эффективный», вот как вам больше хочется, что вы думаете? Давайте поставим 1 – это хороший руководитель, а 2 – это эффективный. Вот какими бы вы хотели, чтобы вас видели сотрудники? 1 – хорошим, а Б – эффективным. Кристина, 2, Екатерина, да, прекрасно. Юлия, отлично. Вот вижу, Юлия хочет хорошим, а другая Юлия хочет быть эффективной. Анатолий эффективным, Артур хочет быть и хорошим, и эффективным. Знаете, как в том прекрасном анекдоте, я и красивый, и умный, не знаю, куда мне. Давайте посмотрим, каким образом быть хорошим руководителем. Все здесь очень просто. Мы можем хорошим, это мы можем влиять на то, что нам видно. Это на поведение людей, на их продуктивность, на их результат. Прекрасно. То есть, если мы видим поведение, если мы оцениваем продуктивность и мы видим результат, складываем и получается успех. О, это вообще классно. Когда у меня появляется успех, я становлюсь хорошим руководителем. Но зачастую успех, он такой, знаете, сегодня есть, завтра нет. Сегодня есть, завтра нет. Значит, нам нужно добавить нечто еще. А нечто еще – это если мы начнем думать о сотрудниках, их отношения, их преданность к работе или лояльность, об их чувствах. И тогда… Если мы сможем добавить к всему этому еще отношение, лояльность, преданность и чувства, то у нас появляется эффективность. Успех – это когда результаты повторяются снова и снова, а эффективность появляется лишь тогда, когда руководитель рассматривает и учитывает в своих действиях чувства и отношения людей к конкретной задаче. Ровно про то, что нам сказала одну секунду Юлия, что это определенная защита, да, защита с точки зрения понимания то, как сотрудник ведет себя по отношению к конкретной задаче. Вот смотрите, я вам потом пришлю эти моменты, и вы сможете обсудить, что вот явно когда-то вы были успешны, но неэффективны.
Это бывает такое, и у меня такое бывает. Но иногда вы были и успешны, и эффективны. Вот вам нужно будет вспоминать эти моменты. И каждый раз, когда вы чувствуете, вот в этот момент я успешен или я эффективен, я просто сейчас сделал так, чтобы все получилось, или я это системно подхожу к этому вопросу. Давайте посмотрим еще раз, когда же ваше руководство может быть эффективным и когда оно становится эффективным. Первое, когда ваши сотрудники учатся и хотят брать на себя ответственность. Когда сотрудники начинают инициировать планирование, когда они вместе с вами обсуждают план действий, отслеживают уровень исполнения, контролируют решение проблем, могут работать самостоятельно и позитивно относиться к своим задачам. И, конечно, они обращаются с ресурсами, которые у вас есть, как со своими. Поэтому руководство – это не то, что мы даем или делаем, это то, что мы делаем вместе с нашими сотрудниками. Вот эти вот фундаментальные базовые вещи мне бы очень хотелось, чтобы вы для себя отметили. Руководство – это то, что мы делаем вместе с нашими сотрудниками. Давайте двигаться дальше. Мы с вами посмотрели, помните нашу эту концепцию, да, что мы с вами движемся в двух параллельных направлениях. И первое наше направление – это сотрудник. Теперь мы начнем с сотрудника. Мы с вами разобрались, что управление – это то, что мы делаем вместе с ними. Так давайте же с ними и начнем. У сотрудника, если в целом агрегированно посмотреть на его работу, на его взаимоотношения и на его критерии, то можно в целом агрегированно выбрать два больших компонента. Это его компетентность, это его самоотдача. Давайте разберемся. Компетентность – это знания, которые нужны ему для выполнения конкретного задания, и самоотдача – это его мотивация и уверенность в своих силах. То есть всего два, давайте еще раз отмотаю. То есть всего две составляющие – компетентность и самоотдача. Вроде бы, казалось бы, давайте посмотрим, а что-то может сюда не входить? И если мы будем постоянно задавать себе вопрос, мы найдем, что либо то, либо другое покрывает все критерии наших замечательных сотрудников. Ну и, в принципе, вас и нас с вами. Итак, если мы говорим о том, что у нас есть две составляющие, то очень бывают две ситуации. Смотрите, можно иметь высокую мотивацию, но не испытывать уверенность в себе. Можно ощущать себя способным выполнить работу, но не иметь никакого желания. Я уверен, что у вас это есть. Поэтому компетентность и самоотдача – это две составляющие уровня развития сотрудника. Эти два параметра существуют неразрывно. Итак, мы подошли к следующему, что каждый сотрудник может иметь определенный уровень развития, ровно как и мой, ровно как и ваш, конкретной задачи. Понимаете? У нас у всех с вами разный уровень. Вы вполне можете быть прекрасными руководителями. Но вдруг завтра ваше руководство принимает введение какого-то нового проекта или какого-то нового продукта. И по отношению к конкретному данному продукту мой уровень компетентности будет ниже. То есть мой уровень понимания этой задачи может быть разным. Соответственно, если я сегодня занимаюсь тем, о чем я вам рассказываю, значит, мой уровень в отношении преподавания вам данной темы высокий, а ваш пока невысокий, но у вас есть мотивация и желание. То есть уровень человека по отношению к конкретной задаче всегда может быть разным. И в один и тот же момент вы сейчас, смотря наш вебинар, понимаете, что уровень к той теме, которую я сейчас вам рассказываю, не высокий. Да, он невысокий, а, например, как только вы отвлеклись и вам задали вопрос по вашей конкретной теме, в чем вы профессионал, у вас в рамках этой задачи уровень высокий. Поэтому к разным задачам у нас есть разные уровни, и наша с вами цель в рамках роста компетенции своей и роста компетенции сотрудников растить этот уровень, поддерживая уровень высокой мотивации. Вот с точки зрения концепции и подходов теории мы с вами подошли. Если вам понятно, ставим цифру 3, и мы движемся дальше для того, чтобы еще глубже разобраться с подходом, а как теперь нам развивать свой уровень конкретной задачи, как поддерживать мотивацию к этой конкретной задаче. Кристина, Юля, Екатерина, прекрасно, Анатолий, вижу, Юлия, вижу, все, прекрасно. Итак, смотрите, у нас есть матрица, она очень простая. Вы можете нарисовать ее прямо сейчас у себя на листочке, чтобы вы тоже могли на ней работать. Если мы возьмем чистый лист бумаги, то мы сделаем вот такой простой график. Пожалуйста. Сверху у нас будет уровень мотивации,
А снизу уровень компетенции. Мотивация, компетенция. Вот, я тоже буду рядом с вами сразу его себе рисовать. Разделим эту зону на 4 квадрата, и у нас появится 4 уровня, 4 элемента, 4 квадрата, как в любой матрице. Ну что ж, давайте вместе попробуем ее заполнить. Итак, когда человек не способен делать задачу, это у нас первый уровень. Я только начинаю знакомиться с задачей. Я не знаю, как она делается. У меня нет квалификации, нет компетенции ее делать. Но у меня есть большое желание ее делать. Это уровень D1. То есть я не знаю, но очень хочу. Второй уровень, видите, это у нас линия мотивации D1. Я еще пока не знаю, но я уже немного понимаю в задаче. Но я не очень хочу это делать, потому что задача оказалась вполне возможно уже достаточно сложной. То есть мой уровень мотивации, видите, уровень компетенции движется вперед. Вот видите, он по графику компетенции растет. Вот я сейчас покажу. Видите, вот стрелочка зеленая. Уровень компетентности растет. А уровень мотивации, несмотря на то, что я уже понимаю, что я уже что-то понимаю в этой задаче, он у меня падает, потому что я начинаю разбираться, что задача оказывается сложнее, мне нужно прикладывать много усилий, мне нужно трудиться над собой и так далее, и так далее. Но проходит время, и я действительно уже начинаю серьезно понимать в этом вопросе. То есть мой уровень компетентности растет еще больше. Вот я перехожу в третий квадрат, значит, соответственно, этот уровень у меня D3. Мы с вами смотрим, да, как бы движемся вперед. То есть получается D3. И здесь у меня я уже начинаю понимать эту задачу, а следовательно уровень мотивации у меня растет. Вот, видите, вот стрелочка растет. И последний, когда, видите, уровень моей компетентности соответственно становится уже самым высоким. То есть я в этой задаче вообще как ас. Я в ней все понимаю, все могу. И мотивация, соответственно, у меня уже тоже высокая. D4. Соответственно, уровень – это уровень level, или там мы будем развивать. Вот, все. Я не очень знаю, я понимаю, уровень мотивации растет, я знаю, компетенции мы растут. Вот очень просто. То есть каждого из нас сейчас по этой модели можно легко по отношению к каждой конкретной задаче соотнести с этим уровнем. Давайте копнем чуть глубже. Итак, наш уровень D1. Я новичок. Я не очень понимаю эту задачу, но у меня есть большое желание с ней разобраться. Что это значит? Я открыт, мне нужны управляющие воздействия. Я хочу получать четкие указания, как мне эту задачу выполнить. Я с энтузиазмом отношусь к выполнению этой задачи. Я хочу сделать на отлично. Но я не могу самостоятельно установить цели, планы и задачи, потому что задача, именно эта конкретная задача, в рамках нее для меня это трудно сделать. Я не в состоянии пока оценить результатов, которые я добьюсь, потому что по отношению к этой задаче я не понимаю результатов. Итак, моя задача в рамках D1 как руководителя, как вы поняли, поддерживать сотрудника и давать ему прямые конкретные действия. Ему нужны сейчас, то есть потребности сотрудника, нужны четкие понимания действий. Время проходит, я устаю. Я немного разочаровываюсь с этой задачей. Она, оказывается, сложная. Я еще пока не могу, и у меня, к сожалению, снижается уровень мотивации. Но в этой ситуации я нуждаюсь в направляющих действиях. Я нуждаюсь в четкой постановке целей, планов и задач. Мне необходима поддержка, так как моя мотивация снижается. Мне нужно, чтобы меня слушали, чтобы мне задавали вопросы и интересовались о том, как я думаю, что происходит с этой задачей. Самое главное, сотрудники, переходящие из D1 в D2, как снижение с мотивацией, это совершенно естественный процесс с точки зрения психологии и психики человека. Итак, я уже немного разбираюсь, но мне очень тяжело, и я понимаю, что мне нужна
поддержка. Кстати, большинство людей, покидающих компанию, именно в момент испытательного срока, а испытательный срок – это как раз D1, D2, когда вот первый месяц проходит, ваша мотивация, горящие глаза вдруг снижаются, может быть, кто-то даже помнит такую эмоцию, что когда-то у вас вот, давайте так, срефлексируем немного. Поставьте, пожалуйста, плюсики сейчас, очень важно, такой плюсик. Кто помнит, что когда он пришел или столкнулся с какой-то новой задачей, или пришел на новую работу, у него было столько сил, столько эмоций, но он не знал. И когда вот это незнание и еще отсутствие поддержки, была достаточно серьезная депрессия, то есть наш уровень мотивации снижался. И были вопросы, а нужно ли это? Нужно ли, хочу ли я этим заниматься? Давайте, коллеги, пожалуйста, у кого были такие эмоции, кто переживал такие эмоции по отношению к задаче, по отношению к новым работам, представь, прекрасная Екатерина, Кристина, вижу вас. Но потом, со временем, мы начинаем понимать эту ситуацию. И давайте посмотрим, что происходит с нами, когда мы движемся по уровню компетенции. Мы уже становимся способными. Спасибо, ребята. Артур, спасибо. И посмотрим, что у нас получается. Значит, как только я понимаю, как делать, то есть я уже знаю, как выполнить эту задачу, я обладаю знаниями для качественного выполнения работы. Но я пока еще не до конца доверяю своим знаниям. Я понимаю, что нужно делать, но я не уверен, что в них на 100%. Иногда я чувствую, что я вроде знаю, вроде не знаю. У меня, знаете, такая ситуация, что я вроде как бы не совсем уверен. И как раз мотивация в этот момент, она очень плавная. То есть она может пойти вверх, но она может и снижаться. Знаете, такое волнообразное движение. Ну и, конечно, последний уровень – это вы сейчас по отношению к вашим основной деятельности. Это вы самостоятельный человек. Вы максимально знаете, хотите и можете развиваться. Вы самодостаточны, уверены в себе. Высоко мотивированы, знаете цели, как достичь эти цели. Вам нужно внимание руководителя лишь в направлении своей работы. Вам не нужен мелочный контроль, вам не нужны точные указания, что конкретно делать. Вам нужна просто поддержка руководителя и делегирование вам ответственность. Итак, друзья мои, мы с вами очень быстро, но очень, мне кажется, эффективно и просто рассмотрели, что существует каждые два направления по отношению к задаче или к профессии, или к работе конкретно. Это уровень самоотдачи и мотивации, и уровень компетенции снизу. И мы видим, что уровень компетенции и знания, они движутся вот по такой параболе, который центр находится внизу. То есть я сначала не знаю, и у меня мотивация падает, потом я начинаю знать, мотивация по-прежнему внизу, я уже больше знаю, мотивация и компетенция растут, и я все знаю, и у меня все прекрасно. И я это понимаю. Мне очень важно, чтобы вы мне сейчас поставили цифру 4 в нашем чате, что вам, в принципе, пока на этом этапе понятно, как из чего состоит эта матрица, определение уровня компетенции и уровня самоотдачи наших сотрудников. Великолепно, отлично, супер, прекрасно. Движемся дальше. Теперь уровни развития сотрудников. Что же это значит? Давайте вспомним самый простой, самый элементарный способ, когда мы с вами едем за рулем. Вот мы едем с вами за рулем. Прекрасно. А что получается? У нас есть следующая ситуация. Мы с вами едем за рулем. И когда я только начал садиться за руль, уровень компетенции был моей низкой. Да, мне рассказали, как это делать. Я потихоньку начинаю пробовать. Я начинаю двигаться вперед. Я уже умею парковаться. Я уже умею ездить задним ходом. Вот моя компетенция растет по экспоненте. То есть чем больше я вожу машину, тем больше я знаю, как мне управлять. И это опыт, который позволяет мне эффективно водить машину. Я, кстати, уверен, ну, мальчики и девочки, наверное, тоже, которые смотрят нас, видели за рулем, и девочек, которые занимаются и красят, делают маникюр, и делают себе макияж. То есть они настолько уверены в вождении, кто-то звонит по телефону, кто-то читает книгу, пьет кофе, жуют бургеры или какие-то другие. Это значит, что в этот момент он может разговаривать с кем-то, краем глаза наблюдая за дорогой. Это все небезопасно. Помните об этом. Но это говорит о том, что уровень моей компетентности достаточно высокий, и у меня вообще не переживаю. Но когда я только сел за руль, мне так хотелось водить машину. Все было прекрасно, и я выехал на дорогу. И вот здесь для меня начинается ужасное состояние. То есть я понимаю, что я выехал на дорогу, у меня все, коленки дрожат, я боюсь, встречные движения, впереди какие-то повороты, что-то еще. И вроде, казалось бы, все хорошо, но
Но у меня с этим вопросом, то есть я выскакиваю из машины и понимаю, что лучше всего мне сейчас даже вот просто даже двигаться куда-то там дальше. То есть я просто хочу уйти быстрее для того, чтобы передвинуться и просто остановиться, выйти из машины, сказать, все, я больше ничего не хочу, мне больше ничего не надо, я уже хочу дальше двигаться. То есть моя мотивация, она снижается. Соответственно, мне нужно сделать следующее. Мне нужно, чтобы мои компетенции росли. Вот, мы с вами разобрались с точки зрения нашего знания, но я когда упала мотивация, потом я сел за руль, мне кто-то там прикрикнул, кто-то просигналил, мотивация снова падает. И лишь когда я обрел полную уверенность, я с удовольствием вожу свою машину. Вот так мы с вами и разобрались с этой схемой. Поэтому важно понимать, где находится сотрудник по отношению к конкретной задаче, каков его уровень компетенции, каков его уровень самоотдачи и в целом представлять уровни развития сотрудников. Мы с вами прекрасно, эффективно и быстро движемся. Мы с вами теперь должны подойти к тому, что если есть сотрудник, помните, да, мы рассмотрели его, то у нас есть и руководитель. Соответственно, если у сотрудника определенный уровень компетенции, то у руководителя должен быть соответствующий стиль руководства этим сотрудником, чтобы этот стиль, уровень компетенции повысить. Если мы смотрим, что уровень самоотдачи у сотрудника один, то нам нужно сделать так, чтобы сотрудник двигался по этой мотивационной лестнице точно так же и с компетентностью для того, чтобы мы должны им правильно управлять. Поэтому давайте мы будем помнить, что у нас есть три компетенции руководителя. Первое – это диагностика, гибкость и партнерство. Все то, что помогает нам развиваться и выполнять эту главную задачу. Диагностировать сотрудника, переключаться между стилями управления, достигая повышения компетентности и мотивации сотрудника и быть с ними партнерами. Потому что, как мы помним, руководство – это не то, что я думаю или не то, что мы делаем, а это то, что мы делаем вместе с нашими сотрудниками. Дальше. Разберемся с диагностикой. То есть, если мы с вами представили эту матрицу управления сотрудниками, давайте попробуем разобраться, а как же нам ее диагностировать? И что это такое? Это желание и способность руководителя оценить конкретную ситуацию, не в целом в общем сотрудника, а конкретную ситуацию и определить уровень профессионального развития сотрудника с целью применения к нему соответствующего стиля руководства для повышения его мотивации. Поэтому, прежде чем как-то влиять на наших сотрудников, давайте подумаем немного, о чем мы с ним будем говорить, в голове быстро диагностировав это доли секунды, а что наш сотрудник, каков его уровень мотивации и каков его уровень компетентности по отношению к этой задаче. Что это значит диагностировать? Диагностировать – это значит уровень развития сотрудника и определять, что необходимо сотрудникам, необходимых на разных уровнях, рассматривая разные переменные ситуации. Поэтому диагностика – это уровни развития сотрудников для выполнения конкретной задачи в разрезе понимание компетентности сотрудника и его самоотдачи. Все очень просто. Помните, вот это наша диаграмма. А теперь давайте посмотрим немного про мотивацию. Почему же иногда у сотрудников снижается мотивация? Это нам очень важно знать, так как мы руководители, и нам нужно понимать причины. Соответственно, понимая причины, мы четко знаем, что нам нужно делать, чтобы достигать этих результатов. Итак, задача оказывается сложнее, чем оказалось. Мою работу никто не ценит. Я не получаю помощи, которая мне необходима. Чем больше я учусь, тем больше осознаю, что столько всего еще предстоит узнать. Задача скучная и интересная, конфликтующие цели, отсутствие четких приоритетов, иногда бессмысленные задачи. Вот, коллеги, кто из вас хоть раз переживал подобные ощущения, поставьте, пожалуйста, цифру 5, для того, чтобы мы понимали, что мы с вами это не берем из потолка. А это жизненные ситуации, которые каждый из нас когда-то переживал. Вижу, Анатолий, Екатерина, Кристина, прекрасно, Юлия, отлично. Движемся дальше. И отсутствие перспективы, конечно. Теперь нам нужно диагностировать. Вот вам 5 простых вопросов, которые, отвечая на которые в уме или задавая сотруднику, мы можем очень быстро диагностировать, что происходит. Первое, нам нужно диагностировать, конечно же, саму задачу. Вот. Я смотрю на сотрудника, и я должен понимать, а в чем заключается конкретная задача или работа,
этого сотрудника. Мало того, было бы неплохо и его об этом спросить. Так, смотрю, понимаю. Я руководитель. Ставя ему конкретную задачу, я должен понимать, какие знания, навыки продемонстрируем. И в голове понимаю, человек вообще компетентен или некомпетентен. Какие переносные навыки у сотрудника есть? Это значит, что он мог принести с собой с прошлой работы, с прошлых проектов, чтобы с этой задачей справиться. Насколько высокая мотивация? Я смотрю, горят у него глаза, хочет он у него. Или как вот мы в предыдущем моменте поняли, что какие-то моменты стали действовать на человека так, что у него мотивация снижается. И насколько он, она, смотрю, уверен в себе. Простые 5 вопросов. Быстро задавай их себе в уме. Не обязательно там их как бы все. Вот понимаете, концепция. Что за задача? Какими компетенциями должен обладать? Что он должен знать? Насколько у него мотивация высокая и насколько он уверен в себе? Все, простые 5 вопросов, мы четко понимаем. Компетенция низкая, мотивация высокая, D1. Компетенция низкая, мотивация низкая, D2. Компетенция средняя, мотивация уже более высокая, D3. Профессионал, все знает, все может, компетенции высокие, мотивация высокая, D4. Теперь мы движемся. Важный вопрос и важный момент. Как только мы разобрались, что по отношению к каждой задаче, любой задаче в настоящий момент у вас, у меня, могут быть разные уровни и мотивации компетенции, поэтому есть такая легенда, что есть лучшие сотрудники, которые лучшие во всем. Не могут они быть лучшие во всем. Потому что бывают такие задачи, в которых у них не всегда все получается. Но если такой сотрудник обладает высокой компетенцией переносить знания из одной задачи в другую, из одного дела в другое, то его компетентность постоянно повышается. И скорость, мы все проходим этот график, скорость движения от D1 к D4 будет разная. Соответственно, либо быстрая, либо средняя, либо долгая, а у кого-то никогда. Ну что ж, для этого, конечно, нам нужно наставничество. Мы с вами движемся в отношении 3 главных компетенций. Диагностику мы рассмотрели, теперь наша гибкость. Что же такое гибкость вообще? Гибкость – это понятие, которое рассказывает нам про стили управления или стили руководства. Я уверен, что каждый из вас в целом может мне назвать 2 самых характерных и 2 самых ярких стиля управления руководителей, которыми вы встречали в своей жизни или которые вы сами споведите. Давайте так. Первый и второй. Как вы думаете, какие это стили управления? Напишите, пожалуйста, в чате, что вы об этом думаете. Какие стили самые характерные, причем 2, может быть, даже сказать, там 2 на разных полюсах, демократичный и директивный. Прекрасно. Артур, я чувствую, что вы прекрасно понимаете эту тему. Возможно, вы даже уже с ней знакомы. Прекрасно. Демос и директ. Сергей, вообще великолепно. Да? Коллеги, движемся. Отлично. Итак, какой стиль управления наиболее бывает эффективен? Я вижу, что мы с вами разобрались. У нас есть 2 – демократичный и директивный. Прекрасно, Юлия, отлично. Итак, стиль управления. В целом мы с вами умеем переключаться между одной… То есть между этих полюсов мы с вами постоянно движемся. У нас появляется демократичный и директивный. Все верно. Примеры директивного управления, я уверен, чтобы вы могли привести. Демократического тоже. Если вы потом захотите более глубже вникнуть в эту тему, вы с ней потом поработаете. Итак, демократический – это ободрение, объяснение, способность слушать, умение задавать вопросы. А директивный – это ровно наоборот. Это структурирование, четкая организация, обучение и контроль. Если мы говорим, что демократический – это когда мы обсуждаем в команде, мы хотим… да, учебники скажут «демократия», точно, да. А директивный – это армия. Все четко, подошел, сам, никто с тобой обсуждать ничего не будет. Тебе сказали – иди делай, иди работай. Так. Директивный руководитель говорит, что, когда и надо сделать. Вот, например, ребята, поставьте в чат там какую-то цифру. Вы незаметно, получается, получали от меня директивы и выполняли их. Все понятно, мы с вами не обсуждали. Четко определяет роль сотрудника, планирует, транслирует работу, устанавливает алгоритмы и сроки, учит сотрудника выполнять работу, определяет метод оценки работы, осуществляет постоянный контроль. Это директивный стиль, при котором установлено, что, когда и как нужно сделать. То есть он эффективен в нужных случаях. Но представьте, что если бы вы сейчас достаточно высокие профессионалы,
к вам бы сейчас начали ваши руководители, а может быть, у них иногда бывает такое, применять микроменеджмент и директивный. Так, Сергей, вот видите, делайте то, делайте это, нужно мне как-то. Вот это я хочу, чтобы вы сделали так, это так, это так. Я уверен, что и Сергей, или Юля, если бы к вам так постоянно бы обращались, то у вас как через какое-то время начала снижаться мотивация. За снижение мотивации вы послушали, почувствовали бы разочарование, а это бы привело в целом дальше к другим катастрофическим последствиям. Именно понимание, на каком уровне находится каждый из вас, и дает нам возможность применить к нам тот или иной стиль управления. Поэтому наша задача директивная – это структурирование, организация, обучение и контроль. Давайте посмотрим, что же делает демократический руководитель. Демократический руководитель поддерживает двухстороннюю коммуникацию. Я вас спрашиваю, вы мне отвечаете. На основании вашего мнения я принимаю решение или мы обсуждаем решение с вашим. Я вас слушаю, поддерживаю, одобряю. Я вовлекаю вас в процесс принятия решений, поощряю самостоятельное решение проблем, спрашиваю мнение сотрудников, предоставляет необходимую информацию, дает объяснение, поощряю командную работу. Но демократичный стиль, при котором руководитель больше слушает, способствует выполнению работы и вовлекает в процесс принятия решений. Но мы помним, что сотрудники абсолютно разные. И нам нужно понимать, в какой степени нам нужно управлять сотрудниками с точки зрения применения того или иного стиля управления. Ну что ж, демократический – это одобрение, объяснение, способность слушать. Теперь мы посмотрим на матрицу. Это новая матрица, в которой у нас есть тоже 4 квадрата. Вы тоже можете взять ее себе, нарисовать. И она будет для вас очень просто. Значит, у нас уровень поддержка с одной стороны. Поддержка. А с другой стороны, директивность. Соответственно, здесь высокие, здесь низкие. Вот у нас такая с вами получается матрица. Поддержка и директивность. Дальше. Мы тоже разделим эту матрицу на 4 простых квадранта. И мы начнем двигаться от... если мы в сотрудника двигались с... слева направо, то конкретно в руководителях мы будем двигаться с вами справа налево, начиная с высокого уровня. То есть давайте посмотрим на этот квадрат. Квадрат L1 или S1. Level style. Давайте S1 будем использовать. S1. Вот. Стиль директивности высокий, стиль поддержки небольшой. Это значит, вот отсюда начинает вестись моя матрица. Вот я и начинаю двигаться вперед. Я начинаю здесь с высокой директивности и с небольшой поддержки. Я просто прихожу и говорю, что нужно делать. Давайте посмотрим, что нам в этом смысле говорит теория. Итак, высокий уровень директивности и действия руководителя. Что это значит? Он признает энтузиазм, признает переносимые навыки сотрудника, четко определяет цели, стандарты работы и сроки выполнения, установление точек контроля, планирование шагов по исполнению задач, принятие решения о том, что и когда будет сделано, обеспечение директивами и инструкциями по выполнению задачи, инициатива в решении проблем, обеспечение четкой обратной связи. S1. Например, вот задача, которую тебе необходимо решить. Пойди в бухгалтерию, найди такого-то сотрудника или руководителя, отдай эти документы, попроси ее, чтобы она их посмотрела, подписала и передала тебе обратно. После того, как ты это сделал, приди ко мне и отдай документы. Ты понял? Да. Вот вам предмет стиля управления, который называется у нас директивный стиль. Первый – директивный стиль. Дальше. Итак, директивный стиль. Применяя этот стиль, руководитель будет принимать все решения самостоятельно сам. Он проинформирует команду о принятом решении, будет рассчитывать, уверен в том, что сотрудники выполнят его указания. Дальше, смотрите, директивность остается тоже на высоком уровне, но уровень поддержки растет. То есть мы видим, что здесь он поддерживает больше, и директивность тоже высокая. Это значит, что на этом уровне, а это совпадает с уровнем D2, вот, если на D1 у нас было четкие директивы, что нужно было делать, раз, два, три,
Поддержки немного, потому что мотивации у сотрудника много. Мотивация у сотрудника снижается. Соответственно, нам нужно в нашем стиле управления здесь ее поднять. Вот мы ее поднимаем. Поэтому уровень лидерства или стиль управления становится более поддерживающий, но достаточно высокодирективный. Давайте посмотрим. Наставнический стиль. Это значит, что мы вовлекаем сотрудника, выявляем проблемы, ставим цели и принимаем решения, обеспечиваем поддержку и похвала за успехи, решаем вместе план действий, выдаем директивы по-прежнему, осуществляем наставничество, объясняем выбор и подход решения и обеспечиваем обратную связь. Определяем стандарты работы и точки контроля. Здесь уже. Я знаю, что ты знаешь, куда идти в бухгалтерию. Помни, нам нужна виза. Или нам нужен такой-то результат. Найди руководителя в бухгалтерии и принеси нам этот результат. Все, можно уже даже особо не уточнять. Все, человек уже понимает. Поэтому наставнический стиль. Руководитель определяет функции и задачи. Однако, в отличие от директивного, мы восприимчивы становимся к мнению сотрудников. То есть уже появляется поддержка. Мы даем поддерживающую обратную связь, объясняем, как сделать задачу. Не директивно, а стараемся объяснять. Принимаем решение сам, после того, как выслушали сотрудника, и определяем стандарты работы. Мы договорились с ними о том, как будет контролироваться работа вместе с ним. Все. Здесь мы с вами уже уходим. Видите? Ситуация поменялась, мы максимально поднялись по уровню мотивации. Мы переходим в достаточно высокий уровень поддержки мотивации S3. Это поддерживающий стиль. То есть стиль лидерства, в котором мы поддерживаем сотрудников наших S3. На этом уровне S3 соответствует уровню D3, помним, да, сотрудника, когда он внизу, он уже понимает, но мотивации еще не очень достаточно, знаете, такой переломный момент. Вот мы с вами здесь движемся в рамках этих двух постоянных критериев. Значит, мы прошли директивный, наставнический и подходим к поддерживающему стилю. Что это значит? Это уже совместная ответственность за выявление проблем, постановку задач. Сотрудник получает возможность взять на себя инициативу в планировании действий. Мы поощряем его идеи. Предоставляем возможность высказать свое мнение, хвалим, одобряем сотрудников, оказываем помощь в решении проблем, если это необходимо. И, конечно же, мы совместно делаем. Мы говорим, ты молодец, я знаю, что ты все прекрасно помнишь, знаешь. Сходи в бухгалтерию, достигни такой результат, пожалуйста. Там есть бухгалтер, который тебе поможет это сделать. Все, чувствуете, разница в подходах. Поэтому поддерживающий стиль – это когда я, как руководитель и мой сотрудник, мы будем участвовать в создании общих идей, но решение будет приниматься с нами совместно. Дальше. Мы определим проблему, попросим сотрудника высказать инициативу, поощряем сотрудника к высказанному обсуждению идей, обеспечим ему поддержку поощрения и будем мотивировать его. Ну и подходим к D4. Помните, где у нас сотрудник уже очень высокого стиля руководитель? Помните, где у нас уже получается, что сотрудник становится человеком, который профессионал. Он все знает, все умеет. Его очень высокий стиль мотивации. В этом смысле мы прошли директивный, наставнический, поддерживающий и делегирующий. То есть мы ему делегируем право принимать решения, ответственность, постановку проблем, инициативу в постановке цели, возможность разделить успех, награды, оценки, обеспечим его сложными задачами и даем ему право решать их самостоятельно. Поэтому задача такая. Есть задача договориться с бухгалтерией. Я знаю, что ты справишься. Молодец. Все. Чувствуете подход? Соответственно, делегирующий стиль, он сфокусирован на формировании будущего, чем на микроменеджменте, работать со стратегией, с видением, с решением в целом перспектив. Мы делегируем ответственность и полномочия для самостоятельного решения задач сотрудникам, и сотрудник сам ставит цели, планирует действия, принимает решения. Мы продолжаем контролировать, но уровень нашего контроля, в принципе, достаточно небольшой. Это у нас как раз и появляется S4, где мы поддержка у нас снижается, уровень контроля фактически минимальный, сотрудник уже сам в состоянии все делать. Вот эти вот главные ключевые вещи, которые мы сейчас с вами определили. Итак, вот она ситуационная модель лидерства.
наша с вами задача, а вот уровни развития сотрудников. Видите, мы наложили на них сейчас нашу модель лидерства, где мы смотрим, где у нас D1 мы используем директивный способ управления, где D2 используем наставнический, где D3 поддерживающий и где D4 делегирующий стиль управления. Бывают крайности, давайте быстро их рассмотрим. Если постоянно человек очень жестко требует исполнения, это диктатор. Есть, который постоянно занимается микроменеджментом, он зануда. Есть человек, который душка, вот такой хороший, прекрасный, но вообще не контролирует. А есть человек, который пофигист. То есть отдал вам задачу, не посмотрел, не сделал ничего, просто отправил и сказал вот так вот, там, а ладно, утром пришел на работу, вечером ушел, что там у вас происходит, вообще не волнует. Сталкивались ли вы с подобными случаями, подобных крайностей? Коллеги, давайте поставим плюсик в наш чат, немного оживим наш чат. Вот, думаю, учебники, да, так, вижу, Катерина, Анатолий, прекрасно. Ну что ж, смотрите, как мы идем эффективно. Мы с вами разобрались с сотрудником по отношению к конкретной задаче. Сотрудник и руководитель – это пара, которые вместе. Мы разобрались с тем, а как нам управлять подобными сотрудниками в рамках наших конкретных задач, которые он делает. Поэтому у вас будет потом время, я дам вам ссылку на презентацию, и вы поработаете в рабочей тетради над тем, чем директивный стиль отличается от наставнического, чем поддерживающий от наставнического, чем делегирующий от поддерживающего. Вы проработаете и сможете внутри себя дополнительно поставить себе эти задачи, вспомнив все, что, о чем мы с вами говорили. Итак, у нас всегда, как у руководителей, есть определенный уровень поддержки и уровень директивности. Просто в зависимости от развития уровня сотрудника мы немного им варьируем, снижаем или повышаем. Поэтому нам всегда нужно ставить цели и определять стандарты работы. Вопрос, а насколько мы должны вовлекать в это сотрудника? Мы всегда осуществляем контроль за исполнением работы. Вопрос в том, насколько сотрудник это может делать самостоятельно. И мы всегда даем обратную связь, об этом мы сегодня еще будем говорить отдельно. Поэтому я решаю, мы обсуждаем, мы решаем, мы обсуждаем, все вместе решаем, и ты решаешь. Вот четыре характерных подхода, с которыми мы сегодня с вами хотели разобраться. Итак, два стиля управления – демократический и авторитарный, директивный. Между ними уровень директивности и уровень контроля, или контроль и поддержка, или мотивация. И между ними мы постоянно с вами переключаемся. У нас гибкость должна быть. Мы должны уметь переключаться между этими стилями руководства. И все это является поведением руководителя. Давайте чуть-чуть сейчас коснемся еще стилей руководства и закончим эту историю с руководителем. Поэтому у нас есть совпадение стиля руководства, когда нужный стиль руководства применяется к сотруднику по отношению к конкретной задаче. Есть чрезмерное руководство, когда я, несмотря на то, что сотрудник развивается, остаюсь в директивном управлении. И недостаточное, несмотря на то, что сотрудникам требуется директивное управление, я остаюсь в состоянии демократического. Почему? По одной простой причине, что это очень важно, соответствие. У вас будет потом возможность поработать с этими заданиями, чтобы закрепить информацию. А к чему приводит недостаточное руководство? Да к тому, что мы не развиваем уверенность в себе. То есть мы отдали им, а сотруднику нужно другое. Сотруднику нужны четкие указания, нужна поддержка, а мы этого не делаем. А к чему приводит чрезмерное руководство, мы наоборот снижаем мотивацию. Человек, который все понимает, мы к нему приходим и начинаем ему рассказывать, как это четко и конкретно делать. Поэтому, коллеги мои, пожалуйста, вот подумайте о том, когда по отношению конкретно, то есть диагностика, выбираем стиль лидерства, но помним, что мы зачастую, как люди, привыкаем делать что-то одно. Опять, мы можем совершать либо чрезмерное, либо недостаточное по одной простой причине. Потому что нам так комфортно, мы так привыкли. Мы используем стиль, который комфортен нам, зачастую забывая о том, что наша задача – управлять сотрудниками. Вот главный момент, чтобы выходить из зоны комфорта, даже понимая то, что мне не очень нравится быть, например, директивным, но я понимаю, что с точки зрения эффективности это необходимо. Или наоборот. Мне очень хочется быть демократичным, но я понимаю, что мне нужно быть немного другим по отношению к конкретной задаче конкретного сотрудника. Ну что ж, про партнерство.
Мы должны достигнуть согласия с людьми, с характером их взаимодействия. Когда у нас появляется эта способность, нам нужно решать эти задачи, и мы будем получать все результаты, которые нам только возможны. А как же приходить к цели в согласии? Ставить цели и задачи, обсуждать потребности и договариваться о том, как мы эти цели будем достигать. Что такое цели и задачи? Мы задаем задачу, мы получаем пожелания, мы оговариваем стандарты, определяем зоны ответственности и принимаем решения. В результате у нас с сотрудником есть общее, одинаковое видение ситуации. Вот мы пришли к согласию. Мы обсудили потребности. Что это значит? Я, как руководитель, оценил его уровень развития, оценил его мотивацию и применил к нему необходимый стиль управления. Соответственно, у нас общее, вновь одинаковое видение ситуации и совпадение стиля и уровня развития. И действия. Что нам нужно делать? Что нам делать дальше? Как я буду контролировать? И как я буду периодически встречаться? И вновь мы получаем общее, одинаковое видение ситуации. И все это значит, что у нас с вами есть четкое понимание партнерства. Коллеги, насколько вам понятно, давайте поставим цифру 6 в нашем чате, что уровень наших стиля управления в соответствии с целями задачи у нас понятен. Прекрасно. Вижу Екатерина 6, Юлия 6, Артур 6, Екатерина 6. Отлично, 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 отлично. Я надеюсь, что энергия у нас еще пока высокая. Мы проработали с вами уже целый час. Еще осталось немного, и мы будем двигаться дальше. Владимир, спасибо, вижу 6. Как нам нужно готовиться к беседе с сотрудником? Чувствуете, тема мотивации, она постоянно вращается между нами. Все очень просто. Алгоритм 4 простых шагов. Поставить цель, оценить уровень готовности сотрудника, оценить свой стиль руководства, тот, которым я пользовался, и что на самом деле было нужно, и наметить способы и частоту контроля прогресса в отношении решения задач. Все, все очень просто. Поэтому, но сотрудники часто бывают, как мы с вами понимаем, бывают достаточно демотивированы. Почему это произошло? Потому что я начал с ним, например, со стиля S1, например, стал таким директивным руководителем, но очень быстро отпустил его. А сотрудник по-прежнему находится еще в позиции D1 или D2, а я к нему применяю уже другой стиль управления. Недостаточно руководства, то же самое. Несовпадение стилей. Мы пропустили один или два стиля. Или сотрудник разочаровывается в работе, потому что мы вовремя не предложили ему мотивацию. Все очень просто. На самом деле, 4 простые причины мотивации и ваши 4 главных момента работы с мотивацией сотрудника. Ставим цель, оцениваем уровень готовности, определяем стиль руководства и определяем частоту контроля мотивации. Итак, давайте чуть глубже коснемся, ведь наша сегодняшняя цель – это мотивация. Причина номер один. Мы дали человеку новую задачу и стали очень быстро двигаться от S1 к S4, то есть от директивного управления к делегирующему. Например, посадили за руль новичка, а я инструктор. Говорю, так, знаешь, как включать? Знаю. Хорошо, поехали. Что будет в результате? Конечно, авария. Причина 2. Недостаточно руководства. Особенно это важно, например, вот смотрите, мы запускаем новую какую-то линейку продаж новых продуктов. И мы говорим, так, ну все, вы же помните, как это делается? Да, отлично. Там система такая-то, делаем то-то, то-то, все понятно. Вам насколько это ясно? Да, хорошо, ясно. Прекрасно. А в этот момент, наоборот, нужно было понять, добиться четкого видения, определить степень развития сотрудников, все остальное. Соответственно, продажи не растут. Мы думаем, почему? Очень просто, недостаточно руководства. Уровень 3. Демотивация сотрудника. Мы пропустили один или два стиля. Вот представьте, приходите вы на работу. Новая задача пришла. Вы не понимаете, как ее решать. Но так как вы лояльны к своей компании, у вас есть высокий уровень мотивации. Ваш руководитель говорит, так, ну что, давай, неси план, как будем делать эту задачу. Ну, а вы сами не знаете. То есть вам, наоборот, нужна сейчас поддержка руководителя. Вы приходите к руководителю, и он говорит, ну где план, план, где, покажи, как ты будешь эту задачу делать. Я уверен, что вы узнаете эти ситуации. Вы говорите, слушайте, ну я, честно говоря, не очень понимаю. Я говорю, как ты не понимаешь, ты же такой профессиональный сотрудник. Как же ты можешь не понимать, как эту задачу сделать? Давай, ну что, ты не понял, давай я тебе скажу, раз, два, три, четыре, пять.
Вы выходите, у вас мотивация снижается. Начинается снова там придирки. А где то? А где это? Как ты сделал? И в результате можно потерять сотрудника, потому что мы пропустили стиль. Вместо того, чтобы нужно делать стиль, который называется директивный, мы в этот момент ему применили, наоборот, делегирующий. Таким образом, по сути, мы лишили сотрудника и поддержки, и мотивации. Третья причина. Сотрудник разочаровался в работе. То же самое. Когда его уровень компетентности, то есть мы ему даем задачу, в которой он некомпетентен, не повышаем его уровень компетентности, не даем ему возможности, чтобы он эту компетентность повысил, а прогоняем сразу через, понимая то, что, думая, что он понимает, думая за него, что он знает, и в результате мы получаем разочарование. Особенно сильное разочарование на уровне D2. То есть когда сотрудник, помните, да, у него, он еще не понимает, что происходит, но время проходит, компетентность пока не растает, а мотивация у него падает. Давайте посмотрим, какие индикаторы нам говорят о том, что у нас проблемы с мотивацией. Сотрудник начинает часто отсутствовать. У него появляется, прослеживается негативное отношение к компании, к коллегам и к руководителю. Все время жалуется. Он больше времени проводит за беседами, нежели за работой. Не укладывается часто в установленные сроки. Делает все в последний момент. И отказывается под разными предлогами выполнять работу. Что же делать? Здесь на помощь нам приходит это обратная связь, перенаправление, выбор правильного стиля управления, ну и, конечно, в худшем случае применение мер воздействия. Поэтому изменение в стиле управления принимается тогда, когда вы заметили снижение уровня мотивации сотрудника. Помните о том, что поезд, который движется по рельсам, он не может проскочить из Владивостока сразу в Москву. Ему нужно проехать Хабаровск, Чита, Новосибирск, Красноярск, там неважно, какие еще города, Нижний Новгород, Ярославль, и только потом он попадает в Москву. А если мы проскакиваем это, тем самым мы создаем проблемы и себе, и нашим сотрудникам. Ну что ж, наша цель. Помочь сотрудникам идти по циклу от D1 к D4 через правильное использование наших стилей S1, S2, S3, S4. Коллеги, подведем небольшие итоги. Мы с вами разобрали, что у нас существует несколько, три главных критерия работы руководителя. Диагностика, гибкость и партнерство. Мы должны прийти к согласию и мы должны идентифицировать демотивацию сотрудников. Ну что ж, первую часть мы с вами закончили. Как я и говорил, она заняла у нас примерно час. Как у вас настроение? Давайте поставим от 1 до 10. Где у вас с точки зрения нашего настроения? Насколько я вас немножко подзарядил энергией? Где мы находимся? От 1 до 10 поставьте, пожалуйста, свои... 8, 8, 10. Артур, прекрасно. 8, 8, 9. Хорошо, отлично. 10, Евгений, спасибо. Все, значит, мы с вами движемся дальше. Впереди у нас еще много всего интересного. Я надеюсь, мы с вами все успеем. Если вдруг что-то не успеем, у нас будет шанс с вами встретиться снова. Надеюсь, у вас тоже есть вода, чтобы вы могли поддерживать свой водный баланс, а мне она необходима для того, чтобы продолжать с вами говорить. Поговорим об операционной эффективности. Очень важно, я уверен, что вы в этом профессионалы, вспомнить систему постановки целей и систему постановки задач. Я думаю, тему мы это пройдем очень быстро. Помните, да, всегда у нас есть с вами наш график людей. Уровень сотрудника и соответствующий стиль управления. Уровень сотрудника и соответствующий стиль управления. И возьмем простую и наиболее эффективную систему постановки задач по смарту. Это очень просто и очень важно. S. Каждая задача должна быть поставлена конкретно. А вот теперь скажите мне, уровень детализации. Я буду задавать вам вопросы, а мы попробуем быстро протестировать. Если мы берем конкретику для уровня D1, степень конкретики и детализации должен быть высокая плюс или невысокая минус. Давайте быстренько обсудим. Для уровня D1 развития сотрудника по отношению к задаче уровень детализации должен быть высокий или невысокий, плюс или минус? Анатолий, прекрасно. Владимир, прекрасно. Угу. Екатерина, отлично. То есть, все, смотрите, вы ухватили эту важную вещь. Соответственно, для D4, когда человек уже перешел на делегирующий уровень, детализация может быть ниже. Прекрасно. Измеримость.
как подробно мы должны объяснить уровень того измеримости результата, когда мы хотим получить этот результат. Давайте теперь усложним задачу. D2 и D3. Насколько подробно я должен объяснить уровню D2? Плюс это подробно, минус неподробно. Итак, уровень развития сотрудника D2. Насколько подробно я должен ему объяснить результат или услышать от него? То есть плюс я должен объяснить, минус услышать от него. Молодцы, отлично. Анатолий, Артур, прекрасно, Екатерина, молодцы. Чудесно. То есть мы понимаем, что да, для D2 уже нам необходимо все же делать измеримость. Насколько я должен рассказать и объяснять, мотивировать сотрудника на то, что эта цель достижима? Давайте посмотрим до уровня D4. Я должен высокий уровень мотивации ему отказать или невысокий? Плюс высокий, минус невысокий. Уровень сотрудника развития D4. Вот он у нас здесь находится, D4. Давайте посмотрим, плюс или минус. Артур, минус. Да, отлично, молодец. Прекрасно. Анатолий, Юлия. Так, все, очень классно. Видите, как мы быстро схватываем результат, значимость. Наша задача, нужно просто здесь, вот, независимо от стилей, значимость этой задачи нужно всегда рассказывать. Мы, как руководители, часто продаем задачу нашим сотрудникам, чтобы они были и хотели ее делать. И, конечно, ограниченность во времени. Например, давайте так. Должен ли я спросить у сотрудника D3, как он думает, когда эта задача должна быть выполнена? Плюс – да, должен, минус – нет, не должен. Он сам мне скажет. То есть плюс – я ему скажу, минус – он мне скажет. Плюс-минус, отлично. Так, Анатолий, плюс, больше то, что да. Я должен сказать больше то, что да. Угу. Наталья. Так, кто еще у нас что тут скажет? Давайте посмотрим. Кристина, Артур. Верно, но самым правильным ответом является ответ Екатерины. Мы должны его спросить на уровне D3. Юлия, спасибо, вижу, да. Но когда он нам это проговорит с ним и договориться вместе о том, какой будет результат. То есть я должен его спросить и должен ему сказать свое мнение. Если в D4 я просто слушаю его и понимаю, опираясь на его задачи, четко зная, когда будет выполнено, то уровень D3 дает возможность мне все-таки еще рассказывать. Прекрасно. Итак, технология построения задач у нас по смарту. Мы снова опираемся и на уровень сотрудников, и на уровень наших руководителей. Коллеги, а давайте оценим, как происходит у вас в банке сейчас постановка уровня задач. Насколько, давайте поставим десятка, руководители считаются полностью с тем, насколько сотрудники понимают, или все-таки они директивно в большей степени ставят. 1 больше директивно и 10 употребляют, используют инструмент оценки сотрудника. Давайте, вот как вы считаете, как вы оцените сегодняшнюю ситуацию с точки зрения постановки задач от 1 до 10? Давайте протестируем. 8, отлично, 9, угу. 6, так, сколько? 6, так, Юля, вижу, да, отлично. То есть есть вопросы, 6, угу. Видите, первым тяжело было как бы поставить оценку такую, да. Мы абсолютно нормально. Это значит, что компания развивается. Это очень важно видеть в то, что мы с вами можем двигаться вперед. Прекрасно. То есть нам есть куда расти. И нам в том числе. Потому что мы с вами, это тоже элемент управления. Нам нужно с вами оценивать и сотрудника, и обсуждать. Да, задачи спускаются нам сверху. Да, у них у всех есть четкий установленный режим и график. Но в зависимости от уровня сотрудников нам нужно применять тот или иной стиль управления. Поэтому функции управления, планирование, организация. Мы подходим к третьей части. Смарт прошел так быстро, и мне просто было важно, чтобы вы понимали. Визуальное управление. Давайте посмотрим, что такое визуальное управление. Как я быстро могу поставить задачи своим сотрудникам. Визуальное управление – это использование стенда, на котором я могу внутри своего подразделения выложить нужные мне задачи и нужную мне информацию. Визуальное управление – это быстро оценить статусы, успехи, отклонения и вовлечь сотрудников в обсуждение задач. Давайте посмотрим видео краткое, которое поможет нам сделать стенд эффективности управления.
предоставить данные о ситуации внутри подразделения. Для того, чтобы ваш стенд всегда оставался понятным и информативным, придерживайтесь следующих принципов. Используйте цвет. Красный. Для проблем, требующих немедленного решения. Желтый. Для отклонений, которые требуют внимания. Зеленый. Все в норме. Черный и синий. Основные цвета для текста и линий. Используйте значки и диаграммы. Линейные графики для анализа непрерывных показателей. Гистограммы для анализа показателей по периодам. Линейчатые диаграммы для анализа места показателя в списке. Круговые диаграммы для анализа вклада каждого компонента в общее. Понятные диаграммы. Каждый график должен иметь хорошо читаемую легенду и подписи осей с единицами измерения. Указывайте сравнение фактических значений с целевыми. Используйте символы, рисунки и картинки. Визуальная информация наиболее проста для понимания. Избегайте мелкого, нечитаемого текста. Пишите крупно и разборчиво. Чем проще и нагляднее, тем лучше. Длинный текст утомляет читателей. Избавьтесь от лишних подробностей, а часть слов замените картинками. Размещайте стенд в легкой доступности для сотрудников. Таким образом, чтобы вокруг него можно было собраться и поговорить. Выбирайте разделы, актуальные для вашего подразделения. Фиксируйте дату обновления информации, чтобы сотрудники всегда были в курсе актуальности предоставленных данных. Используйте реалистичные статусы. Не сглаживайте проблемы, но и не сгущайте краски. Не пренебрегайте полем благодарности. Указывайте успехи, достижения и фамилию, имя, отчество отличившихся сотрудников. Формулируйте задачи конкретно. Используйте схему глагол плюс существительное. Например, организовать совещание. Указывайте только одного ответственного для каждой задачи. Соблюдение всех этих принципов гарантирует вам заполнение понятного и информативного стенда, что, несомненно, приведет к повышению эффективности работы всего подразделения. Ну что ж, прекрасно. Что это значит? Нам нужно получить быстрые инструменты эффективного управления сотрудниками. Например, если вы сейчас вновь возьмете лист чистой бумаги и попробуйте на нем увеличить и, например, рассказать главный момент. Вот у нас есть 4 зоны, да, опять же, там разберем их вот таким образом. Помним о наших сотрудниках, да. Вот у нас есть, получается, 2, 3 и 4. Вот в таком формате, которым представлен на экране. Давайте так. Какая главная цель вашего подразделения мы бы написали в квадрате номер 1? Давайте прямо сейчас в чате пишем. Главная цель вас как руководителя, возглавляющего ваше подразделение. Что у нас здесь будет? Коллеги, жду в чате. Главная цель. Так. Результат. Продажи инвестиционных продуктов. Вот, отлично, Юлия, все очень четко, понятно. Коллеги, давайте прямо вот кто еще? Давайте у нас здесь продажи, объем продажи, продажи инвест продуктов. Соответственно, главный график, который нужно, чтобы люди наши видели, это то, как наши продажи инвестпродуктов будут расти от месяца к месяцу. Ну, например, там у нас сегодня 10 месяц, значит, предыдущий был 9, 8 и 7. Значит, в летом, например, результат выполнения KPI. Да, все классно. Но вот конкретно Юля правильнее всех ответила. Вот у нее был такой продажи, такие продажи и такие продажи. Например, смотрите, первый вариант мы заполнили. Мы показали всем сотрудникам на нашем стенде, как у нас развивались наши продажи. Внутри, Юля, тогда к вам вопрос. Какие 3 главных задачи вы для себя как руководитель ставите, чтобы эту задачу решить, то есть чтобы достигнуть эту цель?
Три главных задачи. Любые. Напишите, пожалуйста, не стесняйтесь. Задача номер один, задача номер два и задача номер три. Так, подождем Юлю. Если у нее будет время, сейчас она нам поможет. Пока Юля думает, наше... Так, обучение сотрудников, первая задача, обучение. Так. Активация. Юля, еще какую-нибудь задачу одну. Обучение, активация. Так, наставничество. Все отлично. Смотрите, у нас есть, что все сотрудники наставничество. Все сотрудники должны пройти эту задачу. И у них есть определенные сроки. Срок и уровень, статус. Все, внутри у нас есть наша цель, видите, получение результатов. Внутри три задачи. Обучение, активация, наставничество и сроки. Если вы смотрите на экран, там примерно то же самое есть. Дальше. А если у нас какие-то, Юль, проблемы сейчас? Вот, например, хотя бы назовите, давайте не будем на всех, всю трансляцию, ну, любую проблему, которую, вот, с которой вы сталкиваетесь. Какие у нас есть проблемы? Вот проблема. Так, цель, задача, проблема. Ну, допустим, проблема X, да? Юля пока пишет, мы ее зафиксируем. Соответственно, к любой проблеме у нас должен быть то, что как мы ее хотим решить. А как должна быть решена проблема, да? Срок и ответственный человек, кто ее решает. И статус. Где с этой проблемой мы с вами сталкиваемся? Раз. Хоп. И мы получили такой инструмент. Пока Юля пишет, мы ее потом сюда впишем. У нас есть цель, задача и проблема. Вот одна проблема. Из пяти активированных сотрудников недостаточность уровня знаний. Все. Соответственно, мероприятие. Там активировать, обучить. Срок такой-то, ответственный такой-то. Все понятно. Юля, а есть у вас какой-то сотрудник, который прям там, не знаю, лучше всех работает? Да? Ну, допустим, давайте можем его имя написать. Самый лучший там сотрудник, который работает лучше всех. Там лучше всех ведет продажи сезонных продуктов. Да, Сергей. Вот мы пишем такой, Сергей. Привет Сергею. И ему спасибо. Все. Вот мы с вами стенд мотивации. Сергею написали спасибо. Сверху поставили дату 14.10.20. Вот такой простой стенд мотивации на одном листочке визуальный можно сделать для того, чтобы быстро и эффективно ввести всех сотрудников в статус того, что происходит в вашем подразделении. Для чего? Потому что мы можем рисовать диаграммы, мы можем делать... Я вам при этом пришлю презентацию, вы детально почитаете. Мне не хочется сейчас грузить вас мелкими деталями, потому что главное, чтобы вы схватили суть. Что теперь, зная сотрудник, уровень развития сотрудников, зная стили управления, нам нужно вводить их постоянную информацию. И таким инструментом может для нас являться стиль визуального управления. Поэтому вот напоминаем нашу сразу матрицу. И в эту матрицу мы быстро должны диагностировать нашу команду. И к этой команде мы определим, где в целом наша команда. На D1, D2, D3, D4. И, соответственно, такого уровня мы должны писать проблемы. Если, например, директивный стиль, то сделать, расписать. Если, например, там применяем поддерживающий стиль, обсудить и так далее. Там, и делегирующий, похвалить, разогнать и так далее. Там, сделать так, чтобы разогнать эмоции, сделать так, чтобы сотрудники наши работали. То есть всегда и везде мы помним, что в основе любой информации, которую мы подаем сотрудникам, как они ее воспринимают, мы понимаем, что эта информация должна восприниматься в зависимости от их уровня подготовки и уровня развития сотрудника, а также стиля мотивации, который мы применяем. Итак, наглядность, актуальность, простота. Оп, получили один инструмент управления. Давайте посмотрим. Мы сделали с вами доску. А как же нам, применяя и понимая то, как развиваются наши сотрудники, мы теперь прям практические инструменты, сделать так, чтобы этот результат у нас заработал. То есть, чтобы, ну вот смотрите, вот, ну как бы повесили, здесь произошел рост, здесь стагнация. Нам нужно понимать, нам нужно вовлекать сотрудников в то, чтобы они смогли в этом принимать участие, чтобы они четко понимали, а что делать дальше. Поэтому начинаем следующий инструмент – это обсуждение эффективности. Отличие формата обсуждения от типичного разговора на эту тему, то есть мы четко и конкретно говорим, и цель – вовлечение сотрудников в процесс повышения эффективности и результативности. Итак, обсуждение эффективности – это инструмент,
представляющий собой короткую, до 5 минут, типа скрам-планерки, которую проводит руководитель подразделения. Цели – вовлекание сотрудников. Давайте посмотрим. Обсуждение и ознакомьтесь с ним сотрудников. Старайтесь проводить беседы регулярно, в одно и то же время. Проводите обсуждение эффективности, стоя возле стенда визуального управления. Пригласите сотрудников к стенду. Напомните формат беседы. Поддерживайте высокий темп и краткость. Сделайте краткий обзор результатов работы подразделения. Перечислите главные задачи на сегодня. Показывайте сотрудникам, как статус по показателям связан с задачами и проблемами подразделения. Попросите каждого коротко ответить на 3 простых вопроса. Просите сотрудников отвечать на вопросы 1 и 2 конкретно, в терминах достигнутого результата, а не процесса работы. Отмечайте достижения и стремления к улучшениям. Вежливо, но твердо останавливайте уходы в детали и попытки преждевременно начать обсуждение проблем. Выписывайте все проблемы на стенде визуального управления. Внимательно выслушайте всех сотрудников. Решите проблемы или обозначьте, когда и в каком составе они будут решены. Если ни у кого из сотрудников нет идей по решению проблемы, выскажите свое решение. Резюмируйте результаты беседы и поблагодарите сотрудников. После беседы зафиксируйте важную информацию на стенде визуального управления. Обсуждение эффективности окончено. Применяйте эту практику регулярно, и эффективность работы вашего подразделения заметно возрастет. Итак, мы получили 2 инструмента. После того, как мы определили, как наши сотрудники развиваются и какой стиль управления у нас есть, мы быстро вынесли все это на стенд визуального управления и теперь провели скрам-планерку или быстрый такой митинг, который позволяет нам вовлечь сотрудников, так сказать, ребята, встали, все подошли сюда, посмотрим, что у нас как. Помни, какой у каждого из них по отношению к главной цели уровень развития, обращаемся к ним и говорим, там, вот, например, Юлия, ты про Сергея, про вашего, да? Сергей, вы молодец, у вас все прекрасно получается, вы отличный сотрудник, там все остальное. Есть там, например, другой сотрудник, у которого, но он на другом уровне находится, к нему такой же уровень применяем. Задача, вовлекая их всех, давать им то самое нужное, что нужно не всем скопом, а вот конкретику, каждому конкретно, точечно, буквально за 5 минут, зафиксировали все проблемы, которые возникли, что нам мешает, зафиксировали, какие результаты и задачи есть у нас сегодня, и пошли работать. Если есть какие-то крупные задачи или крупные проблемы, мы их просто переносим на совещание, которое мы обсудим с вами дальше. Ну что ж, у нас с вами, помним, всегда есть уровни развития сотрудников и уровни стиля управления. Соответственно, каждый раз, когда мы общаемся с человеком, мы это диагностируем. Поэтому вот нам второй инструмент, который проработал, регулярность быстрого совещания, конкретность вовлечения и используем стиль управления. Ну что ж, я хочу, чтобы вы мне сейчас поставили цифру 7 в чате, чтобы вы поняли, как работает стиль, доска визуального управления, которую можно сделать в любом подразделении, и как работает планерка. Отлично, семерки, ребята, молодцы. Очень приятно, что вы такие активные. Нам осталось совсем немного, минут 15-20, и мы с вами будем потихонечку завершаться, и вы сможете продолжить свою работу. А я буду очень рад от того, что вы получили нужную информацию. Итак, переходим к эффективному совещанию. Давайте так. Наша цель быстро сейчас вспомнить, какие были совещания. И есть такая прекрасная книжка «Вредные советы». Поэтому я хочу вас попросить сейчас прямо в чате написать для начала 3 правила ужасного совещания. Вот как вы считаете, если бы ваша задача была провести самое ужасное совещание, которое можно было только придумать, какими бы 3 правилами вы бы обязательно его регламентировали? Давайте попробуем. Самое ужасное совещание. А я буду пытаться агрегировать их у себя на листочке, чтобы вот каким должно выглядеть самое ужасное совещание. Самое ужасное. О, вижу, структура. Нет структуры. Длинная. Отвлекаться. Без целей. Лить воду. Отлично. Опаздывать. То есть я рекомендую всем опаздывать на совещание. Это будет наше самое лучшее совещание. Самое лучшее ужасное. Отвлекаться. Нет результатов. Прекрасно. 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 Так. Очень длинное. Нет структуры.
не акцентировать на важном, нет плана, не запрашивать. То есть, представьте, какой план. Представьте, вот так, представьте, было бы как классно, да? Кто-то бы издал в банке, например, издавать и действовать по этим правилам, чтобы совещание должно проходить без акцента на важном, без плана, не запрашивать обратную связь, чтобы все были некомпетентны, чтобы был пофигизм, чтобы не слышать оппонентов, чтобы не обсуждать конкретные проблемы или вопросы, чтобы любые совещания проходили без структуры, чтобы это был обязательный монолог. Вот я представьте, на таком совещании побывали бы, да? Мне кажется, это было бы ужасно. Но я правильно понимаю, чтобы сейчас не терять нам время, если бы я вас спросил, ребят, во-первых, я вас благодарю, прекрасная обратная связь, а во-вторых, если бы я вас сейчас спросил, а какое было бы лучшее совещание, то мы, наверное, бы делали его, ну, немного по-другому. Мы бы сделали сразу следующим образом. Мы бы структурно, четко во времени, с целями, вовремя, с результатами, акцент на важном, по плану, с обратной связью, компетентность, слышать оппонента, без конкретных, то есть с четкими вопросами и все остальное. Поэтому я предлагаю вам сейчас быстренько оценить то, как у вас проходят совещания сейчас от 10 до 1. Вы знаете теперь самые правила ужасных совещаний. А теперь давайте попробуем. Вот если самое лучшее совещание 10, а самая ужасная единица. Как у вас проходит совещание? Кристина, ну вы умница. У вас десятка получается, да. Юлия 8, Сергей 9. Ага, так. Еще у кого какие могут быть оценки? 8, 9, 7, 8. Представьте, а я недавно проводил подобные мероприятия в компании, очень крупной такой компании, нефтедобывающей. И у них это боль, прям, вот, прям настоящая, реальная боль. Они постоянно сидят на совещаниях, у них постоянно люди там работают. В другой компании мы сделали следующее. Представьте, что мы выгрузили из Outlook, мне очень нравится ваш оптимизм, кстати, в ваших оценках, из Outlook время, которое было проставлено каждому из руководителей на совещание. И потом посмотрели объем времени, потраченного на эти совещания. Вы не представляете себе, просто даже не представляете, какой объем времени. Руководители некоторые тратили от 50 до 60%, проводя время на совещании. Причем многие из них являлись и приглашенными, и инициаторами. То есть они фактически все время находились на совещаниях. Им работать просто некогда было. Давайте посмотрим короткое видео про совещание. О, Артур, я понял. Дмитрий инстинктивно вздрагивал, вспоминая душные кабинеты скучающих сотрудников и спикеров, монотонно читающих по бумажке. Так было, пока Дмитрий не познакомился с одной из эффективных практик проведения совещаний. Совещание – это общение группы людей, имеющие цель, процесс и результат. Цель объединяет участников, придает совместным усилиям осмысленность и направление. Процесс упорядочивает действия и создает повестку. Результат завершает, оформляет проделанную работу и формализует итоги. Существует три основных вида совещаний. Чтобы информировать сотрудников, обеспечить единое понимание происходящего, проводят информационные совещания. Оперативные совещания, с одной стороны, помогают оценить степень выполнения текущих задач, принять общее решение о плане работы и исполнителях, а с другой, в контексте намеченных планов, определить статус достижения цели, зафиксировать отклонения, понять причины отставания и наметить следующие шаги. На совещаниях по выработке решений анализируется ситуация, разрабатываются и принимаются ответственные решения. Совместный анализ структурирует информацию, проверяет гипотезы, выявляет причины, актуальные и возможные последствия, барьеры, факторы успеха и ключевые дилеммы. Разрабатывая решения, обозначают цели, определяют подходы и формулируют проект. А принимая решения, отбирают и утверждают проект, вносят коррективы и согласовывают ресурсы. Каждое эффективное совещание начинается с подготовки. Определяется цель, процесс и результат. Затем место, время, состав участников и задание на подготовку. Эти параметры указываются в приглашениях, которые высылаются заранее с учетом загруженности участников и времени на подготовку. Состав участников должен быть оптимальным и исключать лишних. Участники собираются за несколько минут до начала, начинают и заканчивают вовремя. В начале каждого совещания назначается ведущий, который контролирует время, повестку, освещает цель, процесс и результат.
Выбирается секретарь, пишущий мемо. Вопросы, не включенные в повестку, не обсуждаются. Мобильные телефоны необходимо выключить. На совещании каждый участник, независимо от статуса, имеет право на уважительное отношение. Оскорбление участников и перебивание выступающего недопустимы. Острые дискуссии возможны только по содержанию. Ведущий контролирует, чтобы каждый участник смог высказаться по существу. По ходу совещания ведущий фиксирует промежуточные итоги. В завершении составляется общее резюме, что обсудили, о чем договорились, в какие сроки рассылается и согласовывается мемо, в котором отражены ключевые договоренности, сроки исполнения и ответственные лица. Теперь Дмитрия не пугают совещания. Напротив, познакомившись с практикой проведения совещаний в системе ПРМ, Дмитрий стал работать более продуктивно. Научился экономить рабочее время и совместно с коллегами достигает выдающихся результатов. Ну что ж, прекрасно, да? Я думаю, что Артур перестал бояться совещаний. Так вот, на самом деле, если мы сейчас внимательно все бы посмотрели, и я уверен, что вы все прочли, есть критические вещи, которые определяют важный момент. Помня о том, что у нас есть разные уровни развития сотрудников и разные стили руководства. У нас, по большому счету, есть два вида хорошего, два результата хорошего совещания. Это бизнес-результат. Значит, повысить уровень компетентности и психологический результат, повысить уровень самоотдачи или поддержать ее на высоком уровне. Существуют разные виды совещаний, по информированию, оперативные, по выработке решений. Но главное – это принципы, которые мы с вами посмотрели в нашем видео. Это определить цель, процесс, результат, приглашает своевременно тех людей, которые нужны, планируем состав участников, начинаем, заканчиваем вовремя, ясно обозначаем роли, фиксируем на повестку дня и резюме ведущего. Но самое главное – это цель. Вот когда мы проводим любое совещание, в котором цель размыта, соответственно, и совещание будет точно такое же. Определение цели очень важно. И самое главное – задать себе вопрос. Когда я ставлю задачу на совещание, можно ли этот вопрос решить без того, чтобы собирать людей? Можно ли этот вопрос решить без того, чтобы совещать совещание? Можно ли его обсудить по телефону с одним, вторым, третьим? Для чего нужно встречаться? Решение вопроса. Так вот, должна быть конкретная цель. Не процессная цель – обсуждение, а конкретно принятие решения. А значит, у нас должен быть с вами и протокол принятия решения. Вот очень важные вопросы, которые у нас должны с вами быть. Помним, что у нас разный уровень управления, разные сотрудники, поэтому если мы собираем на совещание разного рода людей, то мы должны в разных вопросах в качестве повестки использовать разные стили управления. Ну что ж, прекрасно, что мы все с вами понимаем, и мы подходим к с вами финалу нашего сегодняшнего совещания, нашего с вами вебинара, где мы поговорим об обратной связи. Я постараюсь сделать это быстро, но постараюсь дать вам самое главное. В принципе, очень все ясно. Регулярная связь, обратная связь бывает либо регулярная, либо ситуативная. Это значит, что я регулярно встречаюсь с сотрудником, давая ему обратную связь, или произошла ситуация, по которой я готов и мне необходимо дать сотруднику обратную связь. И обратная связь бывает двух типов. Поддерживающая, которая поддерживает сотрудника, и корректирующая, которая изменяет поведение. Поэтому обратная связь – это постоянный процесс влияния на убеждение сотрудника с целью изменения его модели поведения. Это достаточно длительный процесс. А что происходит, когда мы говорим обратную связь? Вот мы себе, как руководители, в своем сознании определили, как должно быть, а как не должно быть. И если сотрудник не попадает в это поведение, это значит, мы должны подкорректировать, а чтобы попадал, мы должны его поддержать. Чтобы сотрудник проникся тем, о чем я думаю, и как я понимаю, как у него должна быть выстроена его модель поведения и работа, я должен с ним периодически на эту тему говорить. То есть в моей голове, как у руководителя, постоянно происходит сопоставление того, как себя сотрудник ведет, с тем, как я думаю, должен вести себя сотрудник. Поэтому обратная связь – это инструмент, в первую очередь, вы как руководитель осуществляете через него контроль. Уровни контроля, помните, да, нашу сразу мотивации. Если на уровне операций, это значит, человек еще мало понимает, что нужно делать. Если на уровне функции, то это значит, что мы понимаем, что сотрудник уже развитый, то, значит, нам нужно дать ему возможности свободы. И на уровне бизнес-процесса, когда мы в целом отдаем ему управление вопросом, это D4. На уровне организации, на уровне мотивации, все это является обратная связь.
Обратная связь помогает сформировать корректные модели поведения сотрудников, которые в вашем сознании укреплены как корректные, и останавливает проявление некорректных проявлений сотрудников, помогая сотрудникам в том числе чувствовать еще и life-work balance. Ну и, конечно, очень модное слово сегодня – коучинг, в котором действительно я, вот, например, работаю с руководителями как коуч, то моя задача – давать им обратную связь. Давая обратную связь, используя инструменты коучинга, мы помогаем людям развиваться. Обратная связь – это, безусловно, инструмент коммуникации. И наша цель – влиять на поведение с помощью коррекции неэффективных действий. Давайте подойдем к методологии. Концепция обратной связи. Первое. Она должна быть регулярная или ситуативная, поддерживающая или корректирующая. Все очень-очень просто. Форма. Прямая. Может быть устная, письменная. Может быть поощрение, высказывание, карьера, обучение. Мы можем премировать. То есть форма обратной связи. Рост в карьере, направление на обучение, упоминание в каком-то выступлении. Она может быть коллективная или индивидуальная. Я вот вспоминаю последнее время, знаете, как только мы приехали в Краснодар, Кубаньбанк, когда мы приобрели, и проблема была в следующем. Ко мне постоянно приходили сотрудники, спрашивали, что делать. И моя задача была идентифицировать тогда, что они происходят, но учить их. Несмотря на то, что знают они, не понимают, как им быстро переходить от загрузки меня с их проблемой с подходом ко мне, с вопросами, с потенциалом решения. Так вот, что у нас есть? Наши основные регулярные обратная связь. У нас есть сотрудник, мы должны делать это регулярно в соответствии с планом. То есть я бы хотел, чтобы у каждого из вас был небольшой план, который забит в ваш календарь, там, не знаю, Google, Chrome, Outlook, что угодно, в котором было бы написано, что вы проводите обратную связь регулярно с каждым сотрудником. И он знает, например, раз в месяц или раз в квартал, но это очень долго. Желательно раз в месяц там у него есть возможность поговорить с вами, оценить свою работу, соотнести себя с тем, что вы думаете. И есть четкое понимание по каждому сотруднику, какие цели и действия вы хотите достигать в отношении его. Дальше. Проведение. Понять, что происходит, разобраться вместе с сотрудником и сориентироваться на эмоциональное состояние, всегда помня о том, на каком уровне развития сотрудник находится у нас в нашей ситуации. Ситуативное. Например, сотрудник проявил инициативу, он поставил задачи, или произошли какие-то изменения, или произошло изменение какой-то ситуации. Произошла ситуация, мы даем ему обратную связь. Например, сегодня Сергей у Юли сделал прекрасную продажу, отлично, мы даем при всех обратную связь. Например, там Петр у Анастасии что-то не сделал, мы даем ему индивидуальную обратную связь для того, чтобы он проработал. Разница между коллективной и индивидуальной. Коллективной является методом мотивации, а индивидуальная, когда мы хотим обсудить с сотрудником его в рамках, не заходя на личные обязанности. Конечно, в первую очередь, это если бы я вас сейчас спросил, какая могла бы быть лучшая и худшая обратная связь, которую вы в жизни получали. Давайте вот хотя бы по одному-два критерия лучшей и худшей обратной связи через слэш. Вот лучшая обратная связь, которую вы, каждый из вас, получали, и худшая обратная связь, которую вы когда-нибудь получали. Давайте напишем в чате, посмотрим, какие у нас были эмоции по поводу обратной связи, которую вы в своей жизни получали. Не обязательно работая в ВТБ. Лучшая и худшая обратная связь. Подумайте. Вовлекитесь немного. У нас осталось совсем чуть-чуть времени, и мы начнем. Конечно, Кристина, вижу, да. Объективно и вовремя. Это лучшее, Артур, прекрасно. Так, еще какие варианты? Так, коллеги, давайте, какие у вас были лучшая и худшая обратная связь? Где у нас, что там происходит, как вы считаете? Какие у вас еще были варианты? Так, лучшее, как обычно, все знаешь, да. Так, а худшее, благодарность от Костина, да, хорошо, да. Субъективное и эмоциональное, это худшее, да, Артур, я с вами согласен. Обратная связь без заинтересованности, это плохая, да, Екатерин, точно, точно. Угу. Ну что ж, действительно, вы бы смогли. Давайте посмотрим, как есть правильно и неправильно. Поэтому худше, когда нет вообще игнор. Юля, вот это прям вообще жесть, согласен с вами. Типичные ошибки обратной связи. Что нельзя делать?
Никогда не хвалить сотрудника. Худшее – не субъективное, не относящееся к конкретной задаче. Да, Анатолий, это именно есть. Нельзя. Что делать? Никогда не хвалить сотрудника. Поощрять казенными словами. Подчеркивать похвалу критикой. Например, да, ты молодец, но в целом мне твоя работа не нравится. Почему же руководитель так поступает? Ведь что, на них самих никогда не было обратной связи плохой? Да была, конечно. Просто они привыкли к тому, что делать. Понимаете, вот так получается, что особенно на удаленной работе, которая вот, ну, была, возможно, скоро сейчас будет, у нас вот дети, например, переходят на удаленное обучение, получается, что, ну, очень важно быть вовремя. Наша задача делать так, чтобы нужно было. Нельзя кричать. Нельзя отмечать ошибки в поведении, нельзя критиковать публично и нельзя вот на эмоциональном подъеме, когда ты прямо хочешь порвать, разорвать, как бы давать обратную связь. Это действительно так и нужно. Не буду спрашивать, как у вас. Возможно, что оценки будут разные. Если кто-то захочет, поставьте там, как вы считаете, у вас ситуация с обратной связью от 1 до 10, где 10 самое лучшее, где 1 самое худшее. А мы пока движемся дальше. Итак, обратная связь – это инструмент, который поможет нам влиять на коммуникации. Вот алгоритм обратной связи, который мы с вами сегодня пройдем. Наблюдение, подготовка, разговор, закрепление и проверка согласия. Вижу, ребята, 8, 4, 5. Да, здесь что менять в себе? 6. Угу, молодцы, спасибо. Наблюдение. Позитивный пример. Значит, надо похвалить. Негативный пример – пресечь. Давайте сделаем паузу. Всегда есть момент. Всегда нужно сделать паузу, чтобы если вы на вводе. Не надо пугать, не домысливать, не обобщать, не интерпретировать и не оценивать личность сотрудника. Мы работники, мы приходим сюда работать. Да, мы проявляем свое поведение, но наша цель не осуждать личность, а осуждать, а рассматривать поступки. Давайте попробуем подготовка. Когда мы увидели хорошее или нехорошее поведение, нам нужно обдумать, что конкретно я должен сказать по отношению к моему сотруднику, какой стиль мне использовать для того, чтобы я мог правильно сделать свою обратную связь. Итак, помним об уровнях развития с руководства и алгоритм. Давайте посмотрим. Наблюдение, подготовка, разговор и закрепление. Проверка согласия. Корректирующие. Происходит событие, которое вы хотите изменить. Мы должны дать контекст. Например, на совещании. Действие сотрудника, которое вы видели, которое повлияло на результат. Я заметил, что ты дважды перебил Сидорова, например. К какому результату действия привели? Из-за этого был не закончен доклад, и мы не приняли решение. И четвертое. Сообщение. Ваша реакция внутренняя, что вы почувствовали в этот момент, когда происходило это событие. Я на тебя очень сильно рассердился. То есть вы не говорите, что ты плохой или хороший. Вы говорите свои внутренние переживания человеку. Человеку это очень важно знать. Если поддерживающее, то контекст. На совещании ты выдвинул предложение. На самом деле я очень обрадовался. И мне это понравилось, потому что это хорошее предложение, а во-вторых, ты проявляешь инициативу. Чувствуете разницу? Но везде, и в том, и в другом случае, мы высказываем, объясним контекст действия и свое внутреннее состояние отношений. Теперь, когда вы рассказали, вам нужно рассказать. Когда вы подхвалили, лучше взять паузу и дать сотруднику отреагировать. Пауза дает возможность человеку подумать. Например, можно спросить, если в корректирующей, что случилось? Почему так произошло? Когда мы сказали, нужно, чтобы у человека в голове произошло закрепление. При поддерживающей позитивное напутствие, молодец, отлично, все дальше, будет здорово, если ты продолжишь. А при корректирующей спросите, а что человек, что на человек, вижу, Сергей, да, отлично, что человек думает, надо сделать. Вот ты себя повел так, а мне бы хотелось, чтобы это было по-другому. Или как ты считаешь, как можно по-другому делать то, что ты сделал? Как можно поступить? Как можно это исправить? Ну и, конечно, надо докрутить проверку согласия человека. То есть, если у сотрудника нет идей, предложите, что делать, спросите о его согласии с тем, что вы делали, и если сотрудник не согласен и ситуация критическая, поговорите о том, какие могут быть последствия для этого. Опишите возможные последствия, если эта ситуация не изменит. Принципы обратной связи сразу. Давайте еще про успехи чаще. Давать регулярно.
о контексте, о работе, а не о личности. Быть спокойным. Цель – помочь исправить поведение, поддержать нужное и скорректировать ненужное. И говорить просто и понятно. Поэтому обратная связь – это возможность помочь человеку, находящемуся на определенном уровне своего развития, используя нужные стили лидерства. Ну что ж, принципы – не запугивать, говорить правду, задавать вопросы, обращаться самим за обратной связью, не согласны – спрашивайте, осознанность и корректирующее наедине, используя принципы справедливости, диалога и взаимовыгодного сотрудничества. Ну что ж, короткие итоги. Партнерство, цикл продуктивности, как прийти к согласию, демотивация сотрудников в случае, если мы даем неправильную обратную связь. Ну что ж, мы с вами все закончили. Ура! Я вас поздравляю. Я уверен, что у вас еще пока хорошее настроение. Давайте вкратце, очень быстро подведем итог. Мы с вами сегодня говорили про регулярные управленческие процедуры. А это «я, значит, знаю», «я умею» и «я могу». Дальше. Мы с вами работали в отношении сотрудника и руководителя. Мы работаем в паре. Как его повышать компетентность и как поддерживать его уровень мотивации. Мы знаем, что мы можем оценивать поведение, продуктивность и результат, и тогда у нас будет успех, который может повториться, а который может не повториться. Но нам с вами нужно отношение, преданность и чувство задействовать это, значит, чтобы мы были эффективными. Поэтому, если мы будем все это делать, то у нас будет точный результат эффективности. Мы знаем, что каждого сотрудника можно в целом оценить по компетентности и по самоотдаче. Компетентность – это знания и навыки, а самоотдача – это мотивация и его уверенность в своих силах. У нас у всех разный уровень по выполнению к разной задаче. Тем самым мы получаем уровни развития сотрудников. Когда я не знаю, но очень хочу, когда я еще не знаю, но у меня уже падает мотивация, когда я уже начинаю знать, но и мотивация постоянно растет, и когда я профессионал, я просто прекрасно знаю, что мне нужно делать. Помимо этого, зная это, у нас есть с вами как три компетенции руководителя. Диагностика – это определить, на каком уровне развития находится сотрудник. Гибкость – уметь переключиться между уровнями и партнерство, делать совещания, обратную связь, заниматься визуальным управлением и обсуждением эффективности. Чтобы провести диагностику, нам нужно ответить на простые 5 вопросов. В чем конкретная задача, какие знания, что нужно человеку и как это двигаться. И мы должны быть гибкими, то есть уметь переключиться между демократическим и авторитарным стилем управления. Тем самым появляется матрица стилей управления. Вот мы ее посмотрели. Когда сотрудник на D1, мы применим к нему S1, на D2 S2, на T3 S3, на D4 S4. Дальше. Мы все понимаем и накладываем, поэтому мы понимаем, какой стиль управления у нас должен появиться. Но существуют крайности, которые нам нужно избегать. Не стать диктатором, не быть занудой, не стать душкой и не быть пофигистом. Мы должны правильно выбирать стили управления, потому что они должны совпадать. Если мы будем чрезмерно управлять, мы можем потерять мотивацию сотрудников, а если недостаточно, то сотрудники могут уйти. Недостаточное мы с вами обсудили, почему. То же самое, что и чрезмерное, тоже обсудили, почему, к чему, каким причинам это может привести. У нас есть с вами операционная эффективность. Мы помним, что задачи нужно ставить по принципу SMART, понимая, какого уровня развития сотрудник перед нами. Самым простым способом вовлечения сотрудников в дела вашего подразделения является стенд визуального управления, на котором размещены главные задачи, цели, проблемы и похвалы сотрудников, актуализированные на эту дату. Даже после того, как мы повесили этот стенд, нам необходимо обсудить эту эффективность со всеми коллегами. Обсуждать можно кратко, в виде планерок и на совещании. Понимаем, что результат каждого совещания должен быть 2. Это повысить уровень компетентности и поддержать или повысить уровень мотивации. Есть разные виды совещаний, но есть правильные принципы к ним подготовки. Мы должны их помнить и всегда знать об этом, помня об уровне развития сотрудников. Ну и, конечно, обратная связь. Она бывает регулярная и ситуативная, поддерживающая и корректирующая. Принципы обратной связи очень простые. Это наблюдение за тем, как ведет себя сотрудник. Увидели, подготовились, поговорили, оценили реакцию, закрепили в сознании наше решение, проверили его согласие
и получили результат. Для каждого уровня развития сотрудников применяют тот или иной стиль управления. С вами был я, Роман Дусенко, и мне было очень приятно провести эти 2 часа с вами. Коллеги, я благодарю вас за прекрасный вебинар. Если буду рад с вами пообщаться дальше. Здесь есть все мои контакты. Вы можете сделать принтскрин или найти меня в Инстаграме, или найти меня в любой другой социальной сети. Самый простой способ – это вот как раз сейчас я постараюсь сейчас быстренько найду этот, где у меня слайд есть с моим Инстаграмом. Вот, вы можете его себе зафиксировать, подписаться. Внизу есть ссылка для того, чтобы выйти на личное общение со мной. Мне очень приятно было провести это время с вами. Большое вам спасибо. Прощаемся и до новых встреч. Желаю вам прекрасного дня сегодня и всем регионам большой привет. Если есть кто-то из Дальнего Востока, обязательно в Благовещенске увижусь, буду с вами рад познакомиться лично. Спасибо и до свидания. Еще, коллеги, я прошу вас ответить на вопрос по анкете. Насколько вам эффективно была эта наша работа. Пожалуйста, заполните эту анкету. Для организаторов мероприятия это очень важно. А я с вами прощаюсь. Всего хорошего. Побудьте, пожалуйста, еще на линии для того, чтобы заполнить эту анкету. И до встречи. Всего хорошего.